Приветствую всех. 2710 сборка. Очень мощный игровой системный блок. Корпус у нас Z-Gaming M2. Такой огромный большой корпус, рассчитан под установку как системы водяного охлаждения, так и самых-самых крупных кулеров. Здесь можно поставить вентиляторы на 120 либо 140 мм, и это закладывает нам ширину корпуса. Ну и три вентилятора. Здесь добавлены Aerocool Eclipse с такой вот ARGV подсветкой симпатичной. Ну и машинка получается такая строгая, классная, без каких-то вычурностей, но очень-очень красивая. Топовое здесь железо стоит. Здесь, мне кажется, ни до одного компонента особо не докопаться. Нет, докопаться, наверное, процессор для такой сборки слабоват. i7-10700F. Бывший i9, 8 ядер, 16 потоков. В предыдущем сокете это был i9-900. Сейчас это i7-10700. Но приставка F говорит о том, что у нас встроенной графики в процессоре нет. В обычном варианте этот процессор ограничен 65 ваттами. Ну, так как у нас плата на Z-чипсете, мы можем эти ватты отпустить. И в данном случае мы отпустили ровно на ту мощность, которую может обеспечить наш кулер. И вот теперь вопрос, а какую же мощность может обеспечить кулер на 7 тепловых трубках с вентилятором 140 мм? Здесь даже второй вентилятор в комплекте просто не поместился. Он как раз должен быть аккурат перед оперативкой. Вот кулер как раз рассчитан на 280 ватт заявленных. Ну, на самом деле так и есть. Если мы поставим сюда, наверное, самую популярную водянку Deepcool 240T, там, по-моему, 230 ватт всего у нее. У этого кулера 280. Ну и стоимость вентилятора, конечно, 6500 рублей располагает. Процессор имеет базовую частоту 2.9 в турбобусте, работает до 4.8, и по большому счету с таким отключенным повер-лимитом все эти 4.8 ГГц он спокойно будет держать. Если тест стабильности AIDA запустить, то машинка у нас показывает 130 Вт потребления, что вдвое ниже, чем мы задали в BIOS'е. Ну, через специальные программы, насколько я знаю, до 300 Вт эти процессоры разгоняли. Материнская плата у нас MCZ490 Gaming Plus. Плата поддерживает как 10-ю, так и 11-ю серию процессоров. Ну, то есть любой на данный момент процессор на этом сокете здесь спокойно станет. Хоть кашный, хоть не кашный, вообще будет по барабану, что сюда ставить. С такой системой охлаждения, с такой материнской платой. Для кашных процессоров даже предусмотрена колодка дополнительная 4-пиновая в купе к 8-пиновой. Ну а для потребления 130 Вт, 150 Вт, 200 Вт, в принципе, и 8-пиновой колодки спокойно здесь хватит. Мать топовая, здесь все прекрасно. До 128 ГБ процессор память поддерживает. Память у нас сейчас две планки по 8 сверхбыстрой Kingston HyperX Fury с RGB подсветкой. Вот у нас симпатичная память, естественно, работает в двухканале. И профиль разгона у нее на 3200 МГц. Можно побаловаться и поразгонять, так как Z-чипсет у нас позволяет. Нужно ли ставить 32 гига или остановиться на 16? На самом деле, мое мнение, что 32 гига это для спецзадач. Либо майнинг какой-то определенный, либо какой-нибудь рендер для игрушек. 16-гиговый 32 гига будет, ну, как мне кажется, абсолютно давать одни и те же показатели. Есть два разъема M2. В них можно поставить NVMe SSD-накопитель либо SATA. Можно использовать память Intel Optane для кэширования жесткого диска либо SSD-накопителя. Верхний разъем обладает у нас радиатором, довольно-таки массивным. И в случае, если у нас SSD-накопитель не обладает этим радиатором, то как раз целесообразно ставить именно вверх. Ну а так как у нас SSD-накопитель обладает своим, то, естественно, вниз поставили. Adata XPG Spectrix S11 Pro
скорости 3300 на 2300. Шустрый, быстрый SSD-накопитель, не самый дорогой, на 512 гигабайт. В принципе, этого объема уже хватает, но если надо, будет спокойно, можно добавить жесткий диск. Блок питания Corsair RM750i. Голдовый блок питания, супер классный, он может таких 3 видеокарты спокойно выдержать. Я думаю, он и 4 видеокарты выдержит. Все-таки голдовый блок питания есть голдовые. Да, запасом, да, дорого. Но для подобной машинки в подобную стоимость экономия на блоке питания — дело неблагодарное. Самый дорогой компонент, конечно же, это видеокарта. GeForce RTX 3070, версия PolyJet Stream. Топовая видюха 3070. И обратите внимание, насколько массивный здесь радиатор. Сам текстолит заканчивается ровно на втором дополнительном разъеме по питанию. То есть пол видюхи — это как раз у нас чип с текстолитом, с обвязкой по питанию, с памятью. И вторая половина видеокарты — это у нас мощнейший радиатор на куче тепловых трубок. Причем воздух будет проходить у нас в аккурат через видюху, не задерживаясь. Вот такое решение в последнее время можно увидеть на всех видеокартах. Видеокарта на 8 гигабайт. Ну и 3070 видюха позволит вкупе с этим процессором играть на ультрах. Ну, наверное, на 2К разрешение точно. Ну и 4К будет этой видеокарте по плечу. Есть на корпусе разъем USB 2.0 и 3.0 по 2 штучки. Очень хорошо он, конечно, набирает в тестах. Машинка абсолютно бесшумная. Не слышно, как работает. Но то количество горячего воздуха, которое выделяет система, спокойно здесь из корпуса выходит. В общем, машинка не самая дешевая, но под будущий апгрейд надо процессор мощнее и круче. Ради бога, все здесь возможно. Закаленное стекло здесь, причем заподлицо, прикрыто стекло металлом, очень толстое. И надевается, как у корпусов, обычная крышка. Обычно 4 болта. А здесь у нас все дорого-богато. На самом деле классная машинка. Такой вот вентилятор идет с кулером, с резинками, 4-пиновый, 140 мм. Но, к сожалению, второй просто не стал. Да, он и не нужен. По деньгам. Цены здесь не фейковые. Системник продается только в сборе. Поэтому здесь посчитана видюха в 150 тысяч рублей. Ну, сейчас мы посмотрели на Яндекс.Маркете. Ниже 190 ценника на эту видюху нет. Вот такой вот системник. 227 800. Отдельно видеокарта в продажу не идет. Ну а если кому-то сильно хочется отдельно эту видюху купить, ну так и быть, уж тысяч так за 180 мы продадим. Ну мало ли, все равно 180 тысяч ниже рынка. На самом деле машинка эта была несколько месяцев назад куплена в ДНС как готовый системник. Просто лежала в ДНС, мы его не покупали, рассчитывая, что там будут довольно-таки простые компоненты. В характеристиках ничего нельзя особо узнать. И вот, если честно, мы были не просто удивлены качеством комплектующих, а просто были в шоке. Я как мог считал этот системник по рынку, по низу рынка. И если сюда добавить 50 тысяч рублей, как стоит сейчас видеокарта, то он просто будет космических 270 тысяч стоить. Естественно, нам этот системник достался дешевле. Но он один последний, и если что, это единственный шанс этот компьютер за такие деньги купить. Ну а чтобы гарантия на системник здесь осталась год, то мы решили просто этот системник никак не модернизировать, не ставить свою оперативку. Максимум, что сюда стоит, это поставить, добавить жесткий диск и так далее. Но вот менять компоненты мы не хотим. Поэтому
в каком виде мы его забрали, в таком виде и перепродаем. Шикарная машинка, топовая, на i7.